Экс-динамовец стал буревестником. Ярославский баскетбольный клуб заключил соглашение с одним из лучших игроков Суперлиги А прошлого сезона Александром Фоминым. 29-летний форвард за свою карьеру успел поиграть за такие известные клубы, как ЦСКА, Уралгрейд, Красный Октябрь и Цмоки Минск. В последнее время Фомин защищал цвета московского «Динамо», в прошлом сезоне став в его составе бронзовым призером чемпионата России и финалистом Кубка страны. За новую команду Александр дебютировал сегодня в стартовом матче «Буревестника» против санкт-петербургского «Спартака». К сожалению, отпраздновать успех в своей первой игре в ранге команды Суперлиги второго дивизиона волжане не смогли. Встреча завершилась победой питерцев со счетом 91-72. Ну а завтра команды проведут повторный поединок.